Всем доброе утро, друзья. Мы завтракаем. У Софии сегодня молочный коктейль с клубничкой и лукошка. Тоже с клубничкой. Да. Песочное печенье, потом творог и это. Вот клубника, эти, да. Господи. Вот эти коктейль клубничный. Лукошка клубничная. Все с клубникой, да? Да. Так, а я пью молоко. У меня тоже лукошка, только у меня с вишней. Люблю с вишней. Они как раз только спекли. Вот, у них там еще с малиной появилось, я пробовала. Но сейчас нет. Они, говорят, будет позже. Мы сперва, говорит, с клубникой и с вишней печем. А потом уже, говорит, это... У нас позже будут с малиной. Я говорю, понятно. Вот такие вот дела. У нас на улице не холодно. Я сейчас ходила, выкидывала мусор и в магазин заходила. Я пошла в шлепках. Вообще не холодно, я не замерзла. Сегодня плюс 8. У нас погода пасмурная. И обещают опять дождь. Целый день будет дождь. Может, изменится, не знаю. Но на улице тепло. Холодно. Закрыла. Так, все. Всем приятного аппетита. Всем хорошего дня. Так, друзья, мы занимаемся кубановедением. Вот София уже по-английскому повторила правила. Мы его разобрали. Вот у нас задание. Составь рассказ о своей семье. Вот у нас есть 6 пунктов. И я чуть-чуть Софии помогала, подсказывала. Вот. И сейчас она вам зачитает, как у нас получился рассказ о нашей семье. Давай, Соф. Моя семья. Наша семья состоит из 3 человек. Это мой папа Павел, моя мама Мария и я София. В нашей семье главный папа, а мама ему помогает. Папа у нас сильный, смелый, защищает нас, оберегает. Мама готовит кушать. Создает уют в доме, помогает мне с уроками, ходит на плавание со мной, а я слушаюсь родителей, помогаю им, стараюсь учиться в школе хорошо. Мой папа военный, он защищает родину. Моя мама домохозяйка, у нас в доме всегда чисто и уютно, а я учусь в школе во 2 классе. В свободное время мы любим проводить время вместе. Любим гулять, играть, смотреть мультики. В нашей семье есть традиция всегда справлять Новый год нашей большой дружной семьей. Это папа, мама, я, дедушка, бабушка и мои тети Ксюша и Аня. Да, вот так вот у нас получилось. Я надеюсь, что все правильно, красиво, да, и про нас. Так, дальше чем мы будем делать? София сейчас будет рисовать. Вот здесь вот нужно назвать члена своей семьи и нарисовать портреты. Вот, и София, вот тут был ребус, она уже отгадала его. Так, семья. Да, давай, запиши, семья. Это даже подсказка, семья. Угу, давай, пиши. Угу. Все, ты давай портрет рисуй карандашиком. Да, друзья, все. Мы уже в школу идем, у нас время. Иду Софию тоже провожать. Сегодня у нас дождик, но сейчас на улице солнышко. Дождик был на улице. Вот. Так, все, побежали. Рассказ, давай еще раз. А я такая иду в школу, и девочка сзади меня идет. И говорю: девочка, как тебя зовут? Я говорю: София. И она говорит: а меня Ева, давай дышать. Я говорю: ну давай. И начали болтать. Ну, хорошо. Мы вчера встретились. Да? Да. Ага. Все, пойдем. Молодцы, правильно, и надо знакомиться. Мы договорились, что мы будем как-нибудь нас встречаться. Ну, правильно, встретить. Ага. Женька плюс Саша, это любовь. Я знаю девочку Сашу. Да? Да, если друг. Классно. Выше меня. Потому что она тебе, наверное, старше, да? Пойдем, дочь, все. Я не пойму, есть дождик, да, нет? Есть капельки. Капельки маленькие. Да. Ну, вонюсенькие. Это жарко очень.
Жарко? Не, ну на улице, да, не холодно. Я в рубашке, я в кофте теплой и рубашке, и не холодно. Я вообще могу без кофты ходить. Все, давай вперед, иди, лужу только обходи, зай, чтобы грязный. Ага. Так, друзья, мы много чего сегодня не снимали, потому что у меня телефон разряжался. И сегодня София дала чуть-чуть отдохнуть. Вот, и мы пошли в гости к Лене, она нас пригласила на пиццу. Вот, и София чуть-чуть поиграла с Богданом. Смотрите, вот у меня вот. Вот, и вот пришли домой, свои все дела сделали и легли. Смотрите, отдыхать. Вот. Вот и даже бьет. Так и сегодня у Софии по математике было самостоятельно, или решали задачки. И София получила 4, допустила ошибочки. Ну, ничего страшного. Завтра будет сидеть прорабатывать, завтра пораньше ее разбужу. И завтра будет она делать уроки русский, математику. Почки стоят такие вот. Ну, вот так придумали. Вырастили такой фрукт, мандарин. Вот за этим кто-то живет. Ага. Какие-то такие. Кругленькие червячки. Да, червячки, слов. Так, мы смотрим, включили. Девчата? Девчата, да, Софин любимый фильм. Вообще мы любители смотреть старые фильмы, да, прям вообще. Такая про Байду, девчата, еще что-то. Я очень люблю смотреть каждый день девчата, потому что... Если даже я все серии пересмотрела, то мне еще хочется те же серии пересмотреть, потому что они такие интересные. Оставьте. Девчата — это не сериал, а фильм. Да, он фильм, односерийный. Да, фильм. Напишите в комментариях, кто любит девчата. Обязательно напишите в комментариях. Я прочитаю и все. Я прочитаю и вам отвечу что-нибудь. А если кто-то не любит, то просто не отвечу. Просто не отвечу. Ну, кто любит девчата, то тому я отвечу. А кто не любит, я не отвечу. Ясно. Ну, вот есть. Ну, не знаю. Ну, если вы так и напишите. Хорошо, все уже поняли, ладно. Так, ну что, мы будем ложиться. Нам еще надо мандаринку скушать, да. И будем ложиться отдыхать. Друзья, всем спокойной ночи, всем приятных снов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. И не забывайте поделиться. Всем спокойной ночи. Пока-пока. До завтра. Да, друзья, всем спокойной ночи. До завтра. Всем большой, огромнейший поцелуй.